очень интересный салат, благодаря тому, что ингредиентов минимум, отчетливо слышен вкус каждого, этот салат станет и украшением праздничного стола, и просто к ужину тоже будет хорош. Недорогой и простой фасолевый салат, готовится буквально за несколько минут, очень подходит для тех случаев, когда гости на пороге, но при всей своей простоте салат очень вкусен. Как его приготовить? Рецепт фасолевого салата вам поможет. Простые, понятные пояснения и пошаговые фотографии помогут вам сделать все правильно. Готовьте с удовольствием. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Крабовые палочки вскрыть, нарезать достаточно тонко. Перец помыть, очистить от семян, нарезать недлинной соломкой. Банку с фасолью вскрыть, слить жидкость, переложить фасоль в миску. К фасоли добавить нарезанные крабовые палочки и перец, добавить майонез, перемешать. Салат готов, приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Банка консервированной красной фасоли, 1 штука. Упаковка крабовых палочек, 1 штука. Болгарский перец, 2 штуки. Лучше брать перец разных цветов, желтый и красный. Майонез, по вкусу. Количество порций, 4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!